Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. И снова мы на финансовых рынках, снова мы продолжаем говорить о фундаментальных событиях, которые определяют динамику финансовых активов. Сразу предлагаю перейти к традиционным инструментам, которые мы разбираем. Начнем мы с нефтянки, которая сейчас радует продавцов, считающих, что все правильно сделали, когда поставили на снижение этого инструмента. Друзья, если вы зарабатываете на снижении, это, конечно же, очень хорошо, я рад за вас, но я призываю вас быть бдительными к тому фону, который обволакивает сейчас всю энергетическую секцию. И этот фон, прежде всего, упирается в Ближний Восток. Ну, вернемся к причинам, которые все-таки привели к снижению Брента в ходе вчерашней торговой сессии. Повторюсь, сейчас Брент находится на отметке 61.57. Лед немного тронулся после вялой динамики и продолжительной консолидации в районе 63 долларов за баррель. Брент оказался ниже. Причин несколько. Это выступление Трампа в ООН, где он усилил давление на Китай. Поскольку еще за день до этого мы говорили о том, что возобновление переговоров в октябре вообще подвешенный вопрос, все это вернуло на рынок опасения за перспективу мирового экономического роста. Масло в огонь еще подлили крайне удручающие отчеты по производственной активности еврозоны. Раньше мы разбирали такие же индикаторы по состоянию других экономик. Это стало еще одним доказательством того, что действительно мировая экономика сейчас не готовится к чему-то страшному, а вот набирает обороты вот этого спада, которые реально могут привести в перспективе года, может быть, чуть больше, к полноценному и полномасштабному финансовому экономическому кризису. Саудовская Аравия поддержала продавцов, отчитавшись, что на текущий момент восстановила разрушенную инфраструктуру на 75%, и, соответственно, можно сказать, что уровень добычи также восстановлен до 75%, и на оставшиеся 25% по набору скорости производства понадобится еще неделька с небольшим. То есть такие заявления убрали с рынка страхи, связанные с тем, что глобально на рынке будет дефицит предложения. Ну и вроде бы как все замечательно, действительно не за что зацепиться в плане того, что, на чем можно вырасти. Все почему-то благополучно позабыли о Ближнем Востоке как о регионе, который сейчас является самой настоящей бомбой. И какая-то малейшая негативная новость, какой-то очередной инцидент, и тут же котировки, вы должны это понимать, друзья, улетят в космос. У нас была предварительная репетиция, это позапрошлый понедельник, когда цены выросли больше, чем на 10%, когда из-за атаки дронов мировая экономика в моменте не досчиталась потенциально очень большого объема поставок. Вероятность того, что этот инцидент, друзья, повторится, она очень высока. И в эту вероятность можно закладывать очень натянутые отношения сейчас Саудовской Аравии с Йеменом, с Ираном. Мы ждем возмездия от Саудовской Аравии. Мы знаем о военной кампании, но мы не знаем о тех действиях, которые будут предприниматься против Тегерана. Накануне Великобритания, Франция, Германия сделали заявление о причастности к этому инциденту, атаке дронов, собственно, Ирана. И в ответ на что Иран довольно в импульсивном ключе отреагировал, отметив, что не будет возвращаться к ядерной сделке. Я об этом, друзья, говорил. Это, опять же, еще один повод для нас говорить о событиях Ближнего Востока, как о событиях, которые при определенном дальнейшем развитии могут привести к очень резкому и импульсному рывку котировок черного золота. Не забывайте про это. Я думаю, то, что к этой теме мы еще вернемся. Если вы хотите настойчиво прям держать короткие позиции, опять же, по крайней мере, контролируйте уровни загрузки вашего депозита, держите консервативные стопы, это важно. Еще раз повторяюсь, друзья, если вы сомневаетесь в том, что Ближний Восток может спровоцировать мощную динамику, посмотрите на то, что было с котировками нефти в позапрошлый понедельник. И если вас не устраивает ситуация развития какой-то военной кампании и инцидентов такого рода, я напоминаю вам про высокую вероятность элементарного саботажа.
той же самой Саудовской Аравии в преддверии IPO Saudi Aramco, для того, чтобы в моменте привести к скачку цен на нефть. Мои активности по Бренту сводятся сейчас к двум отложкам. Я готов покупать нефтянку либо через отложку Buy Stop с уровня 63.50, либо через отложку Buy Limit с уровня 60.60. Если интересно, можете ориентироваться также на эти уровни. Доллар-иена 107.35. Снижение потребительской активности накануне стало еще одним доказательством того, что проблемы американской экономики и утраченный импульс роста становятся заметными все большим и большим слоям населения. Соответственно, низкие показатели потребительской активности – это тоже фактически дорожная карта того, что ФРС будет и дальше снижать процентную ставку. Также вчера демократы подали официальный запрос на импичмент Трампа. Это тоже, друзья, серьезный риск. Я не допускал, в принципе, что это возможно, но вот оппозиция не дремлет и при неудачном повороте политики Трампа, соответственно, пытается доказать неверность его вообще режима и политического курса. Вряд ли у них что-то выйдет, конечно же, но все равно это риск для доллара, который вы должны учитывать. И, безусловно, если говорить про пару доллар-иена, повторяюсь, что нам интересно даже не только то, что происходит в американской экономике, не то, что сделает Федрезерв дальше, нас интересует конкуренция доллара в этой паре иена, которая выигрывает от любого форс-мажора. Котировки на данный момент 107.35, и мы продолжаем снижаться. А золото вчера достигло локального хая 1535, сейчас котировки 1527 долларов за тройскую унцию. Держим, друзья, длинные позиции. Евро против доллара 1.0996 после того, как пара закрепилась ниже психологической планки 1.10, я думаю, что нужно лишь теперь дождаться отработки еще большего снижения. Макроэкономический фон продолжает сигнализировать о том, что только туда евро и отправится. Накануне вышли данные по бизнес-оптимизму ИФО. В целом тоже статистика плохая, как и по аналогии с прошлыми релизами Адзью. Индекс активности производственного сектора мы разбирали накануне по всем ведущим экономикам еврозоны и в целом по валютному блоку. Данные крайне удручающие, на основании чего Бундесбанк сделал прогноз о темпах экономического роста до конца 2019 года, отметив, что они будут худшими за последние 10 лет. Мы, в принципе, это знаем. Драги тут же еще раз нам напомнил, что предел стимулов вообще неизвестен никому. И после решения по снижению ставки в ходе заседания на позапрошлой неделе, ставка может быть снижена снова, например, прямо на первом заседании Кристин Лагард, которое нами ожидается до конца 2019 года. Более интересный фундамент, друзья, по фунту. Сейчас котировки 1.2463, но фунт предпринимал попытку протестировать это тоже, скажем, психологическое сопротивление 1.25. Произошло это на решение постановления Верховного суда Англии признать действия премьер-министра Англии Бориса Джонсона незаконными. Речь идет о действиях, направленных на приостановку работы правительства. То есть фактически таким решением можно сказать, что Джонсон понес еще одно поражение. Решение было судьями принято единогласно. Оно признало действия британского премьера ничтожными, незаконными, нелегитимными. Поэтому с сегодняшнего дня парламент снова возвращается к работе. И главный вопрос, как это должно отразиться на в британской валюте и на Брекзите. Я думаю, друзья, что если этот вопрос вас озадачивает, сейчас ответ на самом деле прост. Да никак. Абсолютно. Потому что возвращение к работе парламента не влияет на ход переговоров о Брекзите. И я не знаю, что они могут или не могут сделать для того, чтобы поспособствовать ускорению этого процесса. Все козыри сейчас у Джонсона, но мы знаем то, что самый главный спорный вопрос – это пограничной территории между Республикой Ирландии и Северной Ирландией. Вопрос бэкстопа, он остается ключевым
по которому не удается прийти к какому-то компромиссу и консенсусу, и поскольку этот пункт повестки является фактически неразрешимым, вероятность жесткого Брекзита сейчас, сегодня, после того, как правительство вернется к работе, ровно такая же, как это было, например, месяц назад. Поэтому в целом у фунта тоже большой, значительный потенциал снижения, особенно по мере приближения 31 октября, когда мы помним, что Борис Джонсон до сих пор продолжает настаивать и анонсировать, трубить при первой же возможности о том, что он выведет Англию из состава Европейского Союза. Этот потенциал снижения есть, нужно ждать, когда он отработается. Австралиец против доллара 0,6782. Первичная реакция на выступление Лоу меня поразила, потому что он сделал комментарий о снижении процентной ставки, но при этом австралиец вырос. Хорошо, что сейчас пара снижается с небольшим лагом, но мы возвращаемся к логичному поведению. И доллар-канадец 1,3260, пока картина не меняется, но сейчас мы не ожидали, не настраивались на поддержку нефти, но сейчас снижение котировок опять же способствует тому, чтобы мы также боролись за сопротивление 1.33. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.